Инициатива социалистов предусматривает, что декларирование подоходного налога хозяйствующими субъектами, индивидуальными предпринимателями или крестьянскими хозяйствами с численностью не более 3 работников, а также физическими лицами, должно осуществляться до 31 мая, а уплата налога до 31 декабря. В то же время срок рассмотрения случаев нарушения налогового и таможенного законодательства или рассмотрения налоговых и таможенных жалоб, возникших в период чрезвычайного положения, объявленного 20 января текущего года, продлевается до 30 июня. Депутаты ПСРМ также предлагают, чтобы срок обжалования акта налогового контроля, составленного в период чрезвычайного положения, объявленного 20 января, продлевался до 30 июня, а срок подачи жалоб, связанных с решениями, действиями государственной налоговой службы, доведенных до сведения в период объявленного чрезвычайного положения, продлевался до 31 августа.